Испытано на себе. Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» — это программа физкультурной подготовки, существовавшая в нашей стране с 1931 по 1991 год, которая охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. С ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое существование. С 2014 года происходит возрождение комплекса в условиях современной России. Современный комплекс «Готов к труду и обороне ГТО» – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Знакомьтесь, Александр Васильевич – это человек, который знает про ГТО в республике нашей все. И именно сегодня, благодаря его знаниям и его помощи, я попробую сдать определенные нормы ГТО. Здравствуйте. Здравствуйте. Но для начала давайте поговорим о том, что все-таки, когда появилась ГТО в нашей республике, потому что ни для кого не секрет, что наши бабушки, дедушки напомнят об этом, да? Ну вот в новом таком веянии. Ну, ГТО в самом своем первом, 1931 году образовалась в СССР, но после развала СССР все как-то позабыли про ГТО. Но вот с 2014 года вот по всей России вот возобновили прием нормативов ГТО. И вот с 2014 года активно внедряется в нашу республику. Вопрос следующий. В какой-то период времени нормы ГТО были как будто бы обязательным моментом. То есть как будто бы заставляли и обязывали всех сотрудников предприятий сдавать эти нормы. На данный момент это добровольная форма или обязательная? Да, добровольная. Все, кто к нам приходит сдавать ГТО, они все подходят на добровольной основе. И как бы у всех компаний, у них свои отдельные меры поощрения ГТО. Например, вот по всей республике нам за золотой значок предоставляется скидка в 50%. На что? На посещение спортивных объектов. Ну, это, например, плавательный бассейн Чалбон, стадион Туймада. На такие объекты вот предоставляется. 50%? Да, надо? На истечение срока удостоверения. Сейчас удостоверение это по 5 лет. Это по ступеням расходится. По 5 лет. Каждые 5 лет. Ну, для детей по 2 года, а для с 20 уже каждые 5 лет нужно заново сдавать ГТО, чтобы показать свою подготовленность. Вот это золотой значок ГТО. Да, вот. Такие значки присуждаются, кто сдал, кто выполнил нормативы ГТО. На пять лет? На 5 лет. От 20. До 20 каждые 2 года для детей. Угу. Здорово. Для детей, конечно, чуть меньше срок, да, потому что они растут, и нужно сдавать новые нормативы. Уже каждый подтверждать свою. А взрослому так один раз поднапрягись, на 5 лет удостоверение получи, и скидка у тебя будет хорошая, да? Да, 50%. Но я слышала, что некоторые организации дают премии. Да, ну это уже от работодателя зависит. Некоторые это присуждают, оплачиваемый отпуск добавляют, некоторые премии добавляют, кто как хочет, от руководителя зависит. Но в любом случае они поощряют, да? Да, поощрение есть. А все-таки если брать коллектив приходит полностью 100% в составе сдавать или опять же это пожелание? Это пожелание. Никто никого принуждать не будет. Не будет. Да. Ну а если взять самая массовая сдача ГТО, сколько человек у вас сдавало? Ну самая массовая, наш центр тестирования мы принимали вот для детей по всем ДЮСШ города Якутска. Вот за месяц приняли около 1500 детей. 1500 детей сдали ГТО? Да. Ну, а золотых медалистов много? Ну, золотых медалистов от этого числа где-то сотни наберется. Ну, поэтому мы информацию доводим, но некоторые все равно информации не доходит. Поэтому они только половину сделали и думают, что у них уже есть знак. Но надо выполнять все минимум 6 упражнений. Тогда у вас будет золотой знак, например. Да, мы сегодня ознакомились с программой, да. Все-таки нормы ГТО сдаются по возрастным категориям и по мужским и женским группам. Да. Возрастной только момент очень важен, да, никак не физическое, то есть ни килограммы, ни рост, ни вес, да? В этом году с марта уже внесли изменения. Было по 10 лет, сейчас уже по 5. И нормативы чуть-чуть ослабили. Вот в прошлом году, например, сдавать уже было сложнее, а сейчас уже полегче. То есть пожалели народ? Да, типа такого, уже чуть-чуть ослабили. Полегче стало, потому что, видимо, золотых
наград было меньше, серебряных меньше, да, и показатели были не очень хорошие. Ну, по статистике золотых знаков много. Много. Чем серебряные и бронзовые. Хорошо. Ну, в основном все до конца работают. Поэтому. А на вашей практике самое сложное задание для девушек? Для девушек. Это бег. Это бег. Бег на 2 километра. Да. Просто, чтобы сдать ГТО, надо хотя бы 2 недели, недельку побегать. Потом уже переходить к нам и сдавать. Ага. А среди мужчин какая дисциплина самая сложная? Тоже бег на 3 километра. Тоже бег. Вот, по моему опыту, вот все вот подтягивания, упражнения на пресс, все отлично делают. Но этот бег очень сложный. Это самая сложная, да, дисциплина? Да. А если говорить о самых легких? О самых легких, это, на мой взгляд, вот, упражнение на наклон, вот, гибкость проверять. Ну, это вам так кажется, а не каждый может так опуститься, да? Ну, все думают, почему-то стрельба это сложная. Ну, все, кто приходит, они в первый раз целятся. И вот в первый раз даже в руках винтовку держат. И с первого раза... Могут попасть, да? На самом деле не сложно. Да, не сложно. А вот нововведения какие-то, появляются новые дисциплины, то есть из года в год, или это всегда стандартная программа? Всегда стандартная программа. То есть ничего уже не добавляют? Да, ничего. И нормативы, что у нас, что в Центральной России, что на Дальнем Востоке, они едины, да? Для всех едины нормативы. Едины. Ну что, дорогие друзья, проект наш называется «Испытано на себе», ну а значит, сегодня я... В качестве испытуемого должна все-таки сдать хоть какие-то нормы ГТО. Я не знаю, по каким показателям я пройду, но с программой я ознакомлена. Ну и сейчас будем все пробовать, конечно, под руководством опытных людей. Поехали. Испытано на себе. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. Каждая из 11 ступеней комплекса содержит нормативы для выполнения 58 видов испытаний. Быстрота, выносливость, сила, гибкость, ловкость, прикладные навыки. Вот, допустим, 4 основных вида нормативов. Бег на 60 метров по выбору, 1 или 2 километра – это по выбору. И вот подтягивание извиса на низкой, и вот сгибание, разгибание рук – это для женщин. И вот четвертое обязательно – это наклон вперед из положения стоя. Это гибкость проверяем. Да, ну вот это получается возрастная группа. Мы видим, это моя возрастная группа. Здесь есть колонка для женщин. И, в принципе, здесь все понятно. То есть это время, да? Да, это время. Это время, это количество. Это количество. Это количество. И затем из этой программки я уже выбираю, да, да, какие-то определенные. Вот, например, вот эта 5-я колонка. Это скоростно-силовые. Это прыжок в длину с места или поднимание туловища. Это проверяет вашу скорость. Угу. И вот 6-е это и стрельба, и плавание. Вот это на выбор. Либо стрельбу сдаете, либо плавание. Да, но плавание сегодня мы не сможем показать, поэтому будем показывать стрельбу, правильно? Да, да. Ну, я думаю, тут, в принципе, все понятно. Нормативы, конечно, какие-то интересные. Это разве так можно пробежать? Да, это выполнимо. Выполнимо? А вы сами сдавали ГТО? Да, я сам сдавал. Когда мне исполнилось 25, там уже полегчало нормативы. Угу. Вот тогда я уже сдал, выполнил. Да, и же золотой значок. Да, золотой значок. Ну, логично, поэтому вы и методист, да, потому что если бы у вас не было таких результатов, вы бы, наверное, не руководили, да, большими группами. Ну что, я смотрю, у вас уже все готово, мы начнем. Сейчас начнется самое интересное. Испытано на себе. Начнем с испытания подтягиваний на высокой перекладине. Наш коллега вам покажет правильность выполнения подтягивания. Ноги держим вместе. Подтягиваемся без рывков до груди, до подбородка, низа подбородка. Так инструктор будет говорить вам счет 2, 3. Если он не до конца выпрямил руки и сразу поднялся, не считается. И сразу ошибку говорим. Не выпрямлены руки. 4, молодец. Молодец. 5. Так он вообще гениальный человек какой-то. 6. Вот. Ноги не скрещиваем. Вот правильность выполнения. И девушки 7. Тоже должны так делать? Девушки вот на низкой перекладине. О, слава богу. Слава богу. Я как представила, что я сейчас должна висеть здесь. Мне чуть плохо не стало. Так, у девушек проще все. Да. Давайте. Вот тоже инструктор вам сейчас покажет. Давайте. Держим прямую ладу. Ага. Обратный не приветствуется. Отсюда инструктор будет придерживать ноги. И 1, 2, дышим.
три, четыре. И по вашим нормативам вы делаете уже сколько вам до золота, до серебра по вашим физическим показателям. Так, а здесь ошибки какие могут быть? Здесь ошибки. Корпус, вот, корпус должны держать прямо. Вот уже такие раскачки уже не будут считаться. А бывает такое, что вообще, допустим, ни один норматив не сдала девушка? Нет, такого не бывает. Такого не бывает? Да. Так, хорошо. Ну, пойдем посмотрим. Повисеть бы хотя бы. Ой, так. Ага. С той стороны лучше заходи. Уже неправильно. Так, что делать? Забыла. Да, прямой вклад и вот сюда. Вот сюда и на прямых руках должна висеть. Я просто боюсь, что я уже устану. Нет, не устанет. Ноги вместе, да. И подтягиваемся. Куда? Я не могу. До турника. Раз. Отлично. Сдала на золотой значок? Нет, еще рано. Два. Три. Все, я уже шатаюсь, да? Четыре. Таз держим. Пять. Молодец. Хватит. Для красоты создана я все-таки. Не для... Ну, тяжело. Пять. А сколько там у нас по программе? По программе у нас... Бронзового. Лежа, семь. Семь на бронзу. А, семь? Да. А что ж вы мне раньше не сказали? Я бы там доковыляла как-нибудь. 17 – это до золота же, до бронзы 7. 7. Хорошо. Следующий давайте. Следующий. Вот для мужчин. Для мужчин? Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. А ну, женщинам тоже есть этот давайте. Норматив. Для мужчин до золота 10 ступени необходимо 33 раза, а для женщин 14. Руки тоже прямые, полностью выпрямляем, таз держим, корпус прямой, ноги вместе. А вот он должен дотронуться грудью до этого? Вот тут инструктор слышит отчетливый вот щелчок. Без только этого, в этом случае? Да, без этого инструктор не будет считать. Раз, два, три, четыре. Если он не до конца выпрямляет, то это уже считается ошибкой. И для женщин то же самое. Но для женщин норматив чуть пониже, 14. Это золото. Да, пять раз на бронзу. До бронзы. Мы по бронзе ориентируемся сегодня. Так, пятерочку надо, да? Да, пятерку. Так, хорошо. Давай попробуем сейчас. А хотя бы один попробуй, да? Да. Так, прямые руки, ноги, да? Да. Ой. Что делаю? Все, упражнение начинаем. Руки должны вот себе прижать, тогда полегче будет. Если вот так, уже посложнее будет. Да я не могу, вы что? Даже одного не могу сделать. Так, подождите. А вообще в целом бывает такое же, что девочки не могут отжаться? Да, не могут. А на скамейке я могу, а здесь не могу. Тут, это нормально? Да. Ну, сначала нужно на коленках сделать. Потом уже чуть-чуть потренируетесь и уже... Да я не до завтра не доживу, по-моему. Раз. Видите как? Следующую дисциплину. Я лучше там поджимаюсь, правильно? А он смеется, видите? Ему весело. Конечно, он у нас лучший. Так, поехали дальше. Для мужчин еще на выбор есть поднимание рывок гири 16-килограммовой. Вот вам покажет мастер спорта Республики Саха-Якутия по гиревому спорту. Кузьмин Захар. Захар крутой. Да, правильное выполнение. И мужчины так сколько раз дают? Мужчины должны сделать 40 на золото. На золото. 18 раз на бронзу и 22 на серебро. Руку можно менять один раз. Если устали. Ну, это для мужчин самое легкое. Это самое легкое, да? Да. Если не умеешь подтягиваться или отжиматься, вот самый... Это точно сделаешь, это точно. Да? Любой мужчина сделает. Не, ну здесь главное правильно делать, да? Чтобы она не слетела и не навредить себе, да? Ну, мы... Когда люди приходят, вот мастер спорта показывает, и люди сразу выполняют. Тоже хочется, да? Да. На примере. Хорошо. Так, следующий обязательный норматив – вот наклон вперед из положения, стоя на гимнастической. А, это вот это вот? Да. Вот это для женщин самое легкое. Да, мне кажется, для детей, для взрослых. Для в основном, чтобы добавить лишние сантиметры, люди этот босиком делают. Вот это подошва, вот плюс 1-2 сантиметра. Еще сантиметр. Так, ну-ка, Захар, проверим Захара. Ноги тут не сгибаем. Три раза рывок делаем и на третий фиксируем. Два. 14. Отлично. Это на золото. На золото? Да. Ну, кто бы сомневался, конечно. А я в кроссовке сниму в надежде, что хоть до бронзы дотяну.
13 должно быть у вас. Сколько? На золото 13. Это выполнимо. Да? Да. Надо 3 раза, да? Да. Колени туда погибают? Да, чуть-чуть ноги, вот чтобы один кулачок между ногами, да, вот так. 3 раза рывок и на третий зафиксируют. Раз. Ой, мамочки. 2. И 3. Прижимаем к стенке. 13 есть золото. Есть? Да. Что-то я могу в этой жизни. Вот как вначале говорил, это самое легкое. Самое легкое. Здесь можно и повысить. Да? 13, все. Так, и еще что у вас можно и тут? Скоростно-силовые показатели мы будем измерять подниманием туловища. Давайте. За одну минуту максимальное количество раз. 34 раза должны сделать. Тут дается время 1 минута. Инструктор будет держать вас за ноги. Главная ошибка – это замок не должны отпускать. А, вот здесь? Да, в основном люди замок отпускают, и поэтому мы не считаем. Вот, главное, замок держим. Ага. И касаемся локтем колен. В основном они вот делают вот так, слишком вот глубоко заходят. Поэтому лишние секунды теряют. Коснулся бедра, все, достаточно. Обратно. Достаточно. Да. Из положения лежа идет. Внимание, марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот таким образом выполняется. Но это чуть посложнее. Это сложнее, да. Тут и скорость нужна, и еще вообще. И чуть-чуть выносливости. Так. До бронзы там сколько? До бронзы у нас 18. 18 за минуту? Да, за минуту. Можно как-нибудь накрутить, я думаю. Да. Так. Я замок. Хорошо. Я замок посмотрю. Легла? Да. Так, у меня микрофон мешает, подождите. Бремен. Так. Коснулись локтем колена и обратно. Все, вот так. Теперь приготовились. Внимание, марш. Раз, два, три, четыре, пять. Дышим, дышим. Шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Чуть-чуть осталось. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 30 секунд осталось. И 18, 19, 20, 21, 22, 23. Серебро есть. 15 секунд осталось. 26, 27, 28, 29. 5 секунд работаем. 30, 31. Время. До золота чуть 3 не хватило. 3? До золота. Не хватило до золота. Я что-то могу, слава богу. Вообще, я очень счастлива. Итак, там у меня было золото, здесь серебро. Надо где-то еще бронзу получить, и тогда я буду довольна. Да. Фу, жарко стало. Ну что, давайте поделимся эмоциями. Растяжка вот там действительно это не самое сложное. Я даже не думала, что я настолько пластична. Здесь, конечно, с прессом для человека, который вообще не относится к спорту, как я, видите, можно сдать. Так, еще что? Еще приступим к беговым видам испытаний. У вас 1 километр. Будем бегать вот тут. Тут это 100 метров круг, тогда 10 кругов. 1 километр. 1 километр вам за 4,40 на золото. 5,24 это серебро и 6,19 на бронзу. А если я буду 10 минут бежать? 10 минут, то это уже без знак. Это уже просто считай, так. Да, просто. Километр. Ну, я думаю, я смогу пробежать на километр. Да. А, ну, тут получается не на скорость надо, да? А то я выдохнусь. Тут уже этот на скорость идет, 1 километр. То есть надо быстро бежать? Чуть-чуть, да. Уже с высоким темпом надо бежать. Ага. Ну что, пойдемте там посмотрим. Ну, 1 километр-то я даже если 10 минут, то пробегу. Ну, 1 километр 10 минут – это много. А это много, да? Да. Я думаю, вы за 5-6. А, да? Испытано на себе. Александр Васильевич, а здесь есть какие-то требования или как хочу, так бегу? Главное правило – не надо останавливаться. Если остановились, все, уже снимайтесь.
Главное, надо добежать 1 километр, всю дистанцию. Так, здесь у нас 100 метров, 10 кругов. На скорость. На все, скорость, до свидания. Да. Тара отсюда сейчас команду сделает. Ага. Вот оттуда. Откуда? Ой, оттуда? Да. Тара, готовы? Внимание, да. Марш. До свидания. До свидания. Молодец, 8 кругов осталось, минута ровно. Чуть-чуть добавляем. Последний круг. 7 кругов осталось, добавляем. Чуть-чуть отстали. А, блин. Сейчас умру. 6 кругов осталось, 2 минуты. Осталось 2:41. Давай, 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 ускоряемся. Но. Последний рывок, финиш, давай, 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 давай. 5:38, восстановительный бег, 1 круг. Для первого раза неплохо, 5:38, до серебра чуть-чуть не хватило. Испытано на себе. Ну что, дорогие друзья, бег никогда не был моим коньком, да и вообще любой вид спорта. Но я бежала как могла, честное слово, дыхалка сбита, уши заложила. Тяжело, но действительно без подготовки это сделать сложно. Но на самом деле, глядя на меня, мне не хватило 14 секунд, чтобы выполнить серебряную норму для ГТО. Поэтому я думаю, если подготовиться, то бег подвластен всем. Испытано на себе. Итак, следующий норматив – это стрельба из электронного оружия. Ну и, конечно, для начала я должна посмотреть, как нужно правильно это выполнять. И в этом мне поможет Захар Егорович. Захар Егорович, показывайте. Так, тут расстояние 10 метров. Это электронное оружие. Тут пулькой не стреляет, ничего заряжать не надо. Только надо нажать спусковой крючок. Угу. Да? Так, правило. Стулем можно двигать. Стол не трогаем, не двигаем. 2 локтя на стол, чуть боком сидим. И ноги должны быть чуть шире поставлены. Да? Угу. Одна нога вперед, одна нога в сторону. Так, вставляем 2 локтя на стол. И спусковой крючок нажимаем очень плавно. Целимся. Нам дается 3 выстрела. Это пробные. 3 выстрела пробные и 5 на зачет. На 3 выстрела участник выбирает, как стрелять, как надо целиться и почувствовать свое ружье. То есть, вот по сути, вот вы сейчас уже нажали на курок, и вы, да, практически не слышно ничего, да? Да. Там программа есть, там все должно показать, как стрелять. Сейчас посмотрим. Например, у нас есть такая программа. Так, нажимаем «Огонь». Огонь. Вот говорит, сколько стреляет, там все тут будет видно. Угу. Ага, давайте попробуем сейчас. Так, тут самая главная ошибка какая зачастую, что делать неправильно? Перед выстрелом вдох-выдох делаем и максимально спокойным должна быть.
Ага, особенно ага. После того, когда я километр пробежала, да. Тут подтягивалась, да, у меня это... все дрожит, руки, ноги, да. Голова. И как целиться, я могу показать, да? Давайте. Да уж. Я обычно показываю участникам, как надо целиться и как попадать, да? У нас есть планка. Вот, планка, она выглядит вот так. Всем вот так объясняю. И вон там на кончике ствола есть мушка. Дырочка. Вот эта мушка должна находиться вот в середине планки, да? Ровно в середине планки. И высота мушки и планки должна быть одинаковой. Вот это. Тут зазорчик будет. Вот этот зазор тоже одинаковый должна быть. И цель, там черная точка будет видна, она должна находиться чуть выше мушки. Вот так, так вот. Если вот эту картину сделать, вон там, тогда попадете в десятку. Так, два локтя на стол. Подождите, еще раз. А здесь, значит, вот они у нас, две дырочки. Вот это две, да, палочки, это планка дырочка называется. Есть. Дырочка. Да. Там у нас есть черная штучка, да, торчит? Да, вот такая штучка. Ага, она торчит там, мушка вижу, называется. В мушке, да. И получается, она должна быть на одном уровне, и здесь расстояние одинаковое. А точка должна быть над ней. Да. Вот эту картину сделаете, попадете в десятку. А если у меня зрение плохое? Не сдаете? Нет, нормально. Только со стопроцентным зрением сдают, да? Нет. В очках тоже сдают? В очках можно, в линзах можно. Так. Ну, вам видно, да, вот черная точка там? Видно, да? Да. Если видно, то... Так, одну ногу в сторону, другую вперед. Угу. Дальше. Два локтя на стол. Два локтя на стол. Приклад ложим на плечо. Вдох, выдох делаем. И кончиком пальца. Вот видите, у нас подушка, да, вот. И спусковой крючок должен находиться вот в середине, вот тут. А вот мне до этого ваш коллега сказал, что это одна из самых легких дисциплин. И те, кто не умеет, сдают всегда, да? Да, есть такое. Вдох, выдох делаем. Сейчас включу программу. У меня руки Стой. Дрожат. Руки дрожат, товарищ. Огонь! Стой. Так. Огонь. Три пробные выстрела можно. Ой, у меня рука пошатнулась. Да, вот сверху попали. А почему рука-то ходуном ходит, вот эта левая? Как упор должен делать? Так, так. Спусковой крючок нажимаем очень плавно, очень плавно. Не двигаем. Ноль. Уже близко. У меня, знаете, после бега у меня в глазах двоится. А я вот вообще, когда ГТО сдаю, я могу выбирать дисциплины, менять их по, ну, допустим, по очередности. Но да, вот после бега же сложно можно, сдать. Конечно, стрельбу. Можно. Беговые отдельный день будет, силовые отдельный день. Плавание и стрельба тоже. Ну, тогда день. Зрители пусть не думают, что я совсем уж такая неметкая. На самом деле, если бы не после бега, я бы попала. Да так, еще раз смотрим. Мимо. Три раза выстрелили, это пробные. Кучность очень хорошая, но целиться надо правильно. Вот эту рисунок надо Огонь. Еще раз посмотреть. Середки держим. А может, надо левым глазом? Нет. Левым глазом нельзя. Так. Да, приходили у нас такие. Да? Да. Ой. Ноль. Пошатнулась. Ноль. У нас вверх идет. У меня рука вот шевелится, да, вот эта вот рука. Ой. Мимо. Да, мимо. Я даже еще не попала. Да? Когда нажимаем спусковой крючок, попытайтесь не двигать. Очень плавно. Ноль.
Ой, ну знаете, это интересная вещь, в принципе, да? Но у меня просто руки вот так дрожат, и это сложно. Но по факту вот это-то можно поймать, да. Если постараться. А там у нас серебряные и золотые показатели какие? Золотой знак – это 30 баллов. Ага. Золотой знак. Это почти у всех бывает такое, да? Ага. Ну, по старшим это где-то... Вот, 30 баллов. Угу. Это пневматическое. Угу. Ну, сейчас такого нету, сейчас принимаем только на электронное оружие. Угу. Угу. Испытано на себе. Захар Егорович, а еще один вопрос у меня. Как можно зарегистрироваться на сдачу ГТО? Так, участник заходит на портал gto.ru, там заходит и проходит регистрацию. Там вводит электронную почту. И там выдают как бы пароль и УИН номер получает. Угу. То есть открывается личный кабинет у каждого участника. Угу. Там все видно, какие нормативы должны делать, сколько должны делать, все там видно. Ну, то есть это несложно. Да, но это обязательно процедура, да, для всех участников. Поэтому УИН номеры мы забиваем результат. Угу. И то есть, а можно ли пересдать ГТО? Да, можно. Ежегодно или несколько раз в год? Ну, у нас же чередуется, например, у тебя 25 лет, угу. 25, от 26 до 30, как бы так. Угу. Когда переходишь, да, на другую, да, категорию, да, возрастную? Да. А если, допустим, ежегодно сдается ГТО или как? Да, ежегодно сдается. Можно, да? Да. Раз в год? Да, раз в год. Угу. Ну что, дорогие друзья, я думаю, очень интересная тема вообще, да, физическая культура, да. И нормы ГТО, это, конечно... Очень хорошая такая мотивация для вообще занятия физической активностью, да, ну и, конечно, пропаганда здорового образа жизни. Поэтому, если вдруг в вашем коллективе предложат вам пройти нормы ГТО, обязательно попробуйте. Даже глядя на меня, посмотрите, человек, который никогда в жизни не занимался спортом, сегодня получил золотой значок за растяжку, серебряный значок за пресс и бронзу я получила за бег на дистанцию 1 километр. Да. А почему нет? Вы знаете, это такое очень приятное ощущение, так здорово, кажется, что я уже как будто профессиональный спортсмен. И действительно, после сдачи ГТО хочется заниматься спортом. Спасибо вам большое, мы желаем вам побольше, наверное, таких подготовленных участников по сдаче ГТО, ну и, конечно, здоровья вам и всего самого наилучшего. Тренируясь для сдачи нормативов, вы вносите существенный вклад в свое здоровье и долголетие, свое и своих будущих детей. Сегодня ГТО возрождается с целью увеличить количество людей, которые будут заниматься спортом, а также увеличить продолжительность жизни населения нашей страны. Испытано на себе.